Роналду заразился коронавирусом, но самочувствие нормальное. Он быстро изолировался не только от команды, но и от большой семьи. У Роналду 4 детей и очень темпераментная подруга Джорджина. Какой страстной стала похудевшая на 45 килограммов певица Адель. Ближе к полуночи в ее дом в Лондоне заглянул музыкант Крис Браун, бывший любовник Рианны. Вышел от Адель через 2 часа. А здесь страсти нет, но какой был потенциал? Белла Хадид – самая высокооплачиваемая модель. Дьюк Норфлит – внук Джека Николсона. И что? Парочка провела несколько дней и рассталась накануне дня рождения Беллы. Ох, не любят женщины мужчин, которые исчезают ровно накануне дня рождения, чтобы не дарить подарок. Мало огня, зайдите на страницу завтрашнего именинника Жан-Клоду Ван Дамму, 60. Пока готовит кофе, демонстрирует фирменную растяжку. Раз, и два, и три. Неугомонный. Жан говорит, его лицо выглядит на 60, а тело на 30. Но не могу же я ходить голым по улице. Обратите внимание, на чашке он танцует. Такие кадры Жан-Клода часто используют в сети, когда отправляют друг другу радостные сообщения. Совпадение? Еще одна завтрашняя именинница Светлана Лобода потрясающе двигается. Даже ходит, так что не оторваться. И стоит на месте не менее эффектно. Отличный подарок. Новый концерт Светланы покажет Первый канал в следующую субботу вечером.